Группа специалистов Управления торговли города-курорта Анапы, отдела УВД Анапы и Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Кубани провели мониторинг торговых точек в районе Джимете. Нарушение закона 2980 выявлено в кафе «Общество с ограниченной ответственностью Олимп». Вино здесь разливается и продается в пластиковых бутылках, что является нарушением. Проверяющие напомнили владельцам кафе и продавцам, что 29 мая 2014 года в закон внесены дополнения, а именно: при розничной продаже алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, не допускается ее розлив в потребительскую тару, а также запрещается размещение объектов розничной торговли алкогольной продукции в одном торговом зале с объектами, оказывающими услуги общественного питания. Продавец кафе пытался спорить с проверяющими, но с законом спорить не стоит. Полицейские составили протокол административного нарушения на юридическое лицо. Размер штрафа в данном случае от 50 до 100 тысяч рублей. Проверки торговых точек по соблюдению новых дополнений в краевой закон продолжатся.